Текстильщик продолжает оправдывать надежды своих болельщиков. В минувшие выходные наша команда на выезде встретилась с принципиальным противником – костромским «Спартаком». Поддержать красно-черных в соседний регион приехали более сотни фанатов. И, как выяснилось, не зря. Долгое время, несмотря на обилие опасных моментов, счет оставался нулевым. Лишь в самом конце матча, на 84-й минуте, вышедший на замену капитан красно-черных Евгений Лосев после передачи Никиты Волжанкина нанес по воротам хозяев поля удар, который стал решающим в этом матче. Со счетом 0-1 текстильщик одержал непростую победу и заработал 3 очка в первенстве. Несмотря на победу, текстильщик остается на третьем месте, но ситуация наверху таблицы изменилась, теперь отставание уже не такое большое. Всего на 1 очко текстильщик отстает от лидера Дзержинского «Химика» и имеет одинаковое количество очков с командой «Псков 747». Поэтому в домашних матчах с обоими этими командами, по сути, и решится, кто займет первое место в турнирной таблице.